Сегодня у нас в гостях благословенный служитель Божий, пастор церкви, полководец наших капелланов, генерал Геннадий Макарович Валуев. Я прошу, чтобы он вышел, хотел бы дать ему слово. И также самый главный капеллан Черкасской области, Дмитрий, тоже прошу подняться. Не буду говорить о младших капелланах. Спасибо, Юрий Викторович. Церковь Благая Весть. Вы церковь Евангелия Царствия. И Господь так устроил, что необъявленная война в нашей стране позволила Богу открыть двери для того, чтобы Евангелие Царствия пришло на передовую и в каждое воинское подразделение. Разные конфессии в этом участвуют, разные. Но я счастлив сказать вам, что с 2014 года по сегодняшний день 820 военных капелланов евангельских церквей, прежде всего харизматических, они ездили, ездят, и сегодня на передовой очень много наших людей. Вы только подумайте, президентский полк на Украине, он один, особый, окремый. И там работают наши братья и сестры. Открылась дверь. И для нас это просто большое счастье. Потому что мы можем сделать то, что говорил мальчик стоял сегодня. Дана мне всякая власть, Иисус сказал, на небе и на земле. Итак, идите. И мы пошли. И церковь, которая не сидит в зале, а которая идет, вы та церковь, которая несет. И к радости сказать, епископ Юрий несколько раз был на передовой с проповедью Евангелия. Поэтому военный совет в лице присутствующих здесь уполномочен, Дима, я, мы уполномочены военным советом Духовного управления капелланов Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины вручить, зачитать выписку из приказа. Зачитай, пожалуйста. Витяг з наказу. 21 лютого 2017 року, Київ. Згідно представництва старших капеланів, а також з нагоди проведення першого з'їзду військових капеланів Духовного управління капеланів України, наказую за самовідданість у проповіді Євангелія і духовного служіння війську України в зоні АТО, високу військову дисципліну, жертовність та патріотизм нагородити медаллю за служіння Богу і Україні першої ступінь бійця Юрія Вікторовича. Головний військовий капелан духовного управління капеланів Валуєв Геннадій Макарович. Спасибо. Знаєте, мы не подражаем миру. Мы радуемся тому, что на Украине есть такая медаль, учреждена правительством за служение Богу и Украине. И ваш пастор, епископ Юрий, награждается этой медалью. И я с радостью вручаю своему другу, своему брату. Это удостоверение, а это медаль. Я знаю, что та награда, которая ожидает тебя на небе, она гораздо больше, гораздо лучше, гораздо красивее. Но мы пользуемся возможностью и радуемся тому, что Евангелие Царства проповедуется тобой и твоей церковью. Спасибо, церковь, вам. Спасибо, Юрий. Да, спасибо за все, что делаете для людей в АТО. Много волонтерских поездок, много людей из ваших церквей ездит. Ваш вклад материальный, духовный, ваш персональный порыв, пастор Юрий, очень
отчаянно просится и говорит: «Я очень хочу быть там, нести ротацию». Для меня большой вопрос, как будучи епископом, пастором церкви, он лично мне звонил несколько раз и говорит: «Я поеду туда на месяц, я буду там служить капелланом вместе с, вот, со всеми, с ребятами в окопах, в блиндажах». Для меня лично большой вопрос, я задаю этот вопрос себе, как это возможно, но нет ничего невозможного верующим. Поэтому добро пожаловать. Иисус сошел, оставил славу неба, знаете, и пришел на землю, родился в хлеву, чтобы спасти нас, грешников. Что-то подобное сегодня происходит. Мы оставляем славу церкви или, может быть, уютный, комфортный зал, благоприятную такую атмосферу, чистую речь, и меняем это все. Знаете, звуки прославления на выстрелы, ну, снарядов, пуль, на просто речь, которая на 80% состоит из сквернословия, ненормативная лексика. Это парадоксально. Чистые, святые, праведные люди пошли в ту среду. Знаете, причина одна – это желание спасти. Не потому, что мы скучаем за миром или нас влечет военная какая-то романтика. Причина одна – знаете, пойти туда ради того, чтобы спасти хотя бы одного. И когда кто-то из них звонит тебе и говорит: «Моя жизнь изменилась благодаря твоему влиянию», мы вполне счастливы. Мы понимаем, что даже ради одного человека стоило начинать и делать это все. Поэтому вам спасибо за поддержку, и пусть Бог благословит. Спасибо большое, спасибо большое. Как говорят в таких случаях, служу Богу и Украине, да?